dvhub.ru. Елена Федосеева, руководитель эколого-просветительского направления «Зоосада Приамурский». Белый медведь или полярный медведь – это самый крупный сухопутный хищник на Земле. Еще его называют морской медведь, потому что большую часть жизни он проводит в воде, несмотря на то, что появляется на свет он на суше. В среднем в дикой природе белый медведь живет около 19 лет, но в условиях искусственных они проживают дольше. Средний вес самки около 270-300 кг, самцы весят около 700 кг. Самый большой зарегистрированный вес белого медведя самец весил чуть больше тонны. Наш медведь еще пока молодой, весит он около 300 кг сейчас, зовут его Хабар. Имя выбирали сами наши посетители, и когда к нам его привезли в апреле прошлого года, было объявлено голосование, было предложено несколько вариантов, в том числе вот выбирали между Северьяном и Хабаром, но краеведческая составляющая победила, Хабар теперь его имя. Он молодой, ему 3 года, это фактически подросток, нам еще 2 года до наступления полувозрелого возраста, поэтому пока мы еще не ожидаем самку, но надеемся, что когда он уже будет к этому готов, мы получим к нам нового жильца в наш зоосад, самку, и у нас будет потомство. dvhub.ru